Всероссийские соревнования по вольной борьбе в памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Анатолия Николаевича Пошивалова среди юниоров до 24 лет стартовали сегодня в столице Коми. Старшего тренера сборной республики по вольной борьбе не стало 3 февраля 2021 года. Позвольте мне от имени и по поручению главы республики Коми Владимира Викторовича Уйба, от имени правительства республики Коми и от себя лично приветствовать вас на сегодняшних соревнованиях среди юниоров по вольной борьбе, которые посвящены памяти удивительного человека, человека до последней капли своей жизни, показывавшего, как нужно любить свою профессию, как нужно верить в победу, человека, воспитавшего не одну плеяду замечательных спортсменов, Анатолия Николаевича Пошивалова. В статусе всероссийских соревнования проходят впервые. В рамках старта спортсмены смогут выполнить нормативы мастера спорта России. В Сыктывкар приехали вольники из 20 регионов страны. Сборная нашей республики самая многочисленная. Ее представляют 14 борцов из Сыктывкара, Печоры, Визинги, Инты. Мастерство спортсменов нашего вида спорта, вольной борьбы, женской борьбы, постоянно растет. Поэтому у нас практически, если так посмотреть, у нас каждый год, начиная с 13 года, за исключением 19-го, каждый год у нас победитель или призер первенства России финала или финала спартакиады России. То есть ежегодно мы готовим и, соответственно, члены национальной сборной России у нас каждый год попадают в списочный состав. По итогам турнира лучших борцов отметят специальными призами. За волю к победе, за лучшую технику и за лучший бросок. А для спортсменов из Коми эти старты станут подготовительными к первенству России, которое пройдет на Рафаминске.